Приветствую, друзья! Сегодня мы, семья Волковых, начинаем розыгрыш такой интересный. Без призов абсолютно. У нас у мамы завтра день рождения. Мы там приготавливаемся к ее дню рождения. И вот решили сделать чемпионат мира. Чемпионат мира нашего мира по стоянию на шарике. Таком медицинском. И вот сейчас посмотрите. Так, сейчас у нас кто? Берем косточки, берем на мамином столе там и кидаем мы. Сейчас будем решать, кто будет первый, кто последний. Кто последний? Да. Где значит? Вот. Итак. Вот, решают. Катя не участвует у нас в розыгрыше, потому что она слишком сильна. И поэтому она у нас будет всегда сзади, если что, чтобы слишком долго вас не задерживать, она может часами стоять на этом шаре. Сейчас покажем, на каком шаре. Итак, где этот шар, показываем. Значит, участников представляю. Участников, значит, у нас Майя, участник, старшая Майя Волков, Надя Волков, Дорота Волков. Вот, и здесь мы уже вот Екатерина Волков, Эдуард Волков. Где у нас там затесалось? Прошу. Аню! Убежала у нас еще один. Заводничка, можно заводничка? Убежал, да. Но мы все равно его на это самое притянем за дисциплине. Итак, вот у нас. Это Аня Волков. Начинаем розыгрыш. Кидайте кости. Сначала кидаем кости. Кто будет первый? Эден. Давайте дальше. Аня 3. Мама 5. Переигрывайте там все. Майя сделай. Я чего? Эден то первый, так? Да, первый. То есть Майя первая будет. У меня... Я кинул и я... Второй. У меня двоечка, я должен буду вторым выступать. Аня, кстати, а мы с Анем повторяем. С Надем. Надем повторяем. Давайте. Я четвертая, Надя шестая. Так, по-русски, девочки, говорим по-русски, вас русские не поймут. Старайтесь, кривитесь, делайте. Один Майя, два папа, три Аня, четыре Дорота. Понятно. Пять все. Надя. Вот это Надя. Аня. Пять, Надя, шесть, Надя. Мы уже запутали, сколько нас и кого нас. Ну ладно. Значит, давайте, Майя, ты первая, начинаем с тебя. И на тебе же проверим, как это все будет. Дверь закрывайте, чтобы не умешал, косяком не удариться. Там есть, а то дверь поломаете, а то бетонная, то может быть. Кыш, Аня, здесь? Аню. Да. Начинаем. Три попытки для каждого. Скажешь, когда старт, скажешь, когда конец. Нет, ты скажи, когда старт. Старт. Стоп. 8:21. 8 секунд. 8:21. Вот у нас есть уже первый результат. Сейчас будет. Кто у нас второй? Я второй, что ли? Эдвард. О, боже, я второй. Я иду вторым. Ну, держите за меня тюки. Это значит по-польски там тюки, это полючки. Как что это значит? Тюки. Это... Да, вот так. Теперь я буду второй. И говори. Старт. Я чемпион, я долго держусь. Вы видите? Ой! Боже. Не буду на... Лучше сейчас выиграть, чем потом. Вот так вот на ходу приходится учиться. Ой! 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 42 секунды. 42
42 секунды, друзья. 42.25. Я помню, что это стартует. Подождите. Подождите, сейчас придет. Итак, подожди. Друзья, вы видели, да? Видели? 42 секунды сидел на этом шаре. Заметьте, не есть так-то просто. Столько энергии вышло, наверное, сейчас разденусь. Потому что уже жарко. Итак, следующий участник у нас это будет Аня. Аня. Аня, участник. И старт. Я уже начинаю бояться конкуренции. Я Аню иначе учила. Да. У них хороший учитель. Я первая начала. Стоп. 24 секунды. Заготовище заводные коктейли. Ну, трудно. Друзья, подождите, это самое. Ты не лезь пока, родная. Хорошо. Сразу на шарики лезет. Спокойно. Я должен рассказать, что почем. Анна 24 секунды простояла. Представляете? Чукча наша, самая маленькая. Ну, ладушки. Теперь у нас приготовится следующий заводник. Дорвата Волков. Командуй. Иди, вставай. Вставай, чтобы... Старт. Стоп. Все, мама у нас. Рекорд. Ничего, первая попытка, поэтому у нас три попытки и сделано. Хорошо. Значит, кто у нас следующий? А Надя. Надя, ты последняя у нас, чтобы выигрывать, если найдешь. Ой, как у нас со светом проблемы. Ой, ну ладно, переживем. Сосредоточен у нас спортсмен. И давай. Становись. Так. Да, надежду уже вижу, в надежде уже достойного конкурента, поэтому могу уже свободно говорить. Тем самым ее немножко деконцентрирует. Все эти разговоры, она пытается и слушать, и в то же самое время. Психологическое воздействие. Финишинс. 2 секунды. Я скатился на третье место. Правда, минута правее. Да, на третье. На второе место. На второе. Но я говорю из-за того, что я говорю третье место, потому что у нас есть чемпион. Этот чемпион у нас Екатерина. Без сомнения. Как только минуту пройдет, мы ее выключаем, потому что она может стоять и 10. И старт. Может, мы ее перехвалили? Ну вот. Катя, на тебя дую, смотри. Чувствуешь, ураган на тебя просто несется. Он сдувает тебя с пилки, и ты тратишь ровно ваги. Не тратит ровно. Ее нужно сбивать, потому что она самая сильная и может стать бедом. Ее только все можем подуть тогда. Не сдувается. Чемпион. Сразу видно, что чемпионский у нее задел есть. Ну не знаю. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 минута. Все, можешь сходить. Все. Будет 60 секунд. Будет 60 секунд. То есть победителю, так как бы сказать. В первом раунде у нас Катя победитель. 60 секунд. 60 секунд. Второй кто у нас? Второй у нас... Надя у нас вторая. Надя. Вау. И третий у нас Эдвард. Третий у нас Надя, вторая, я третий, да. Четвертый раунд. Удачно, я считаю. С моими 100 килограммами залезть на эту штуку, это очень хорошо. То есть я, даже если я проиграю, я буду считать себя победителем. Анька, ты где? Итак, второй раунд начинается. Первая у нас Майя выходит на арену. Итак, Майя выходит, и Екатерина ей считает. И старт.
не смеемся. Мои волосы мешают, они просто... Очень смешно. Может, очки снять? Очки, да-да-да-да-да. Вот очки перевешивают и с носа упадут. Упадут с носа, Катька дисквалифицирована, все. Катька дисквалифицирована на следующий круг. За то, что происходило участнику нашему. Майя происходила. 30 секунд, 73. 30 секунд. Катька была ще конкуренция, да, только постановила. Так, дисквалифицирована. Следующим участником у нас будет Анна. Анна. Не, папа Тарас. Эдвард. А, я Тарас. Опять я. Так. Итак, я выхожу. Следующий раунд. Это представляете, сколько долгих секунд нужно сидеть на этой штуке. И... Старт. Хотелось бы, конечно, минуту пересидеть. Ну? Но ничего не мешает, в принципе. Можете даже вермута меня напоить после минуты только. Участники могут спрашивать, сколько секунд. Сколько у меня? 35, 36, 37, 38. Все, хватит, я не могу меня это расспрашивать. 42, 43, 45. Ой, друзья. Минута! Верно, прошу. Минута! После каждой минуты... Браво, папа! 70 секунд. 72. Это мы раунд записываем. 72. И zero. Да, тебе zero. За глупость. Девушка моя, а ты выскакивай, девушка, потому что тебе скоро. Итак, кто у нас? Аня! Я! А я мама. Следующий у нас. Не с мамой, только ты. Аня. Я? Да, Аня, постарайся побить все рекорды. Старт. Да, и следующее это самое. Это только так в камере видно, что угол стола близко, а так угол стола очень далеко. Это нужно постараться, чтобы головой треснуться. Очень сильно постараться. Полметра. Стоп. Нет, нет, ты сиди. Говори, сколько секунд. Когда победительницей будешь, тогда сойдешь. С пьедестала. Полминуты. Полминуты, хорошо, идем. Анна подходит к рекорду. Сиди, я не хочу тебя это самое. Еще выиграешь нечаянно. Наш мировой чемпионат, чемпионат 6. Нашего мира, все. 53 секунды. 53 секунды, поздравляем. Следующая у нас Дорота. Мама. Следующая у нас Дорота, участница. Итак, она заняла в прошлом раунде какое место? Последнее место. Последнее, 2 секунды. Сейчас у нее есть шанс выказаться. Вперед. И готовы до старту? Старт. Ну, 3 секунды, скажи. Рекорд. Маме 3 секунды. А вы знаете, что это все мы перед тем, как тренировались, и она довольно долго стояла на этой. Это перед камерой она стесняется у нас. Мамуся оказывается. Так. Надя. Следующая Наденька у нас выскакивает. Следующий участник будет остро плачить за лидерство. Готовы? До старту. Старт. Все, вторая попытка не засчитывается. Не, засчитывается, но не принесла значимых результатов. 4 секунды. 4 секунды. Следующая у нас Катя, но Катя дисквалифицирована. Да, Катя у нас дисквалифицирована за то, что она в процессе
этой ситуации всей чемпионской, она с Майи сняла очки и тем самым ее заставила сдаться. Кто во втором раунде первый у нас? Эдуард. Я. Я во втором раунде занял первое место. Второе место это будет Аня. Аня второе место у нас заняла. И третье место у нас Майя. И третье я место Майя? У нас Майя. Я. Браво, для Майи все. Итак, последний решающий раунд. Начинается. Майя подходит к снаряду. Итак, начинаем. Очки по правилам, больше не будет эксцессов. А кто будет следить? Судья. Судью потеряли. Я. Судья на месте. И. Стоп, стоп. 12:30. 12:30. Так, да, старшее женское поколение у нас что-то слабее, слабенько. Но ничего. У нас. Следующий, кто у нас второй? Это я. Эдуард Волков. Я. Эдуард Волков. Все, я иду. Я иду на чемпионство. Фух. На 2 минуты, наверное, иду. А может и больше. Нет, я снимаю с себя все, потому что... Приготавливаемся. Ребята, я полностью готовый. Готовый, до старту. Старт. Я поседаю этот круг, эту пилку, по-польски пилка. Я сижу на ней. И намереваюсь долго с нее не слезать. Это как на родео на конях. О боже. Если бы вы знали, сколько требует эта энергия. Это, во-первых, координация движения. У нас все это началось с Катеньки, которая дисквалифицирована была. Это она лучше всех у нас этим занимается. И мы сейчас вот пытаемся повторять ее подвиги, потому что это заставляет биться наши сердца. А потом она все равно победит. Я знаю эту Катю. Я знаю эту Катьку. У нее остался один шанс, и она его использует. Минута. Вермут, да. Так, супруга меня Гуля, не успела я все уже. Ну, я слишком сконцентрировался насчет этого. Сколько? 75 секунд. Итак, следующая у нас Анна. Боже, опять моргает. Что это такое? Готовы? До старту. Приготовься. И старт. Мы, конечно, это дело все приспешим, чтобы вам не смотреть все эти долгие минуты. Потому что тут чувствуется, что это не будет. 24 секунды. Боже, я только что хотел сказать, что это у нас чемпион следующий будет, а оказалось, что не очень. Следующая у нас Дорота. Жду. Готовы? Старту. Старт. Сколько? Ну, 2 секунды. 2 секунды. Итак, поздравим участника Дороты Волков, которая просто-напросто чуть-чуть переволновалась. У нее завтра день рождения, напоминаю, и мы сегодня его провожаем, ее старые годки. Вот так вот, за здоровка. Итак, кто у нас следующий? Надя. Надя Волкова. Следующая у нас Надя. Готова. До старту. Старт. Опять перематываем вперед. Минута. Уже лучше папы. Пускай сидит, потому что... Катя сейчас будет. Потому что Катерина сейчас как придет, тогда уже... Нет. Да это не уживает. Стоп. Сколько? Увага! Подожди. Божечки, даже тяжело сказать. 117 секунд. 117 секунд. Итак, хороший результат. И последнее выступление нашей чемпионки Кати. Ну, вот только
если ее психологически можно выведеть что-то из ситуации и денервировать, тогда она не сможет. А так это совершенно у нас это. Прошу, начинаем. Готовы? До старту? Старт. Вот такими, с такими позициями мы так можем. Вот это Джеки Чан. Это наш Джеки Чан. То есть это сам. У нас груша есть, вот она будет ее колотить все время. И естественно, я буду в роли пьяного мастера. Полминуты. Так, полминуты прошло. Катерина стоит как стоп, выиграл индеец. Было бы хорошо так взять. И как-нибудь повоздействовать на игрока интересно. О-о-о-о! А она здесь начинает нам показывать какие-то вообще несусветные вещи. Попробуйте так. Минута! Нетруша будет дисквалифицирована, ты и так дисквалифицирован. Все, мама дисквалификацию имеет, но это не помогает заводнику. Спортсмену. Вот она уже начинает танцевать у нас. Полтора минуты! Полторы минуты она является победителем. Достаточно? Еще нет. А, у нас еще Надежда победитель. Ну вот теперь вы видите, кто у нас реальный чемпион. То есть с ним уже ничто не сравнится. Единственное, что ей нужно еще суметь встать на этот шар двумя ногами, и тогда это уже будет мастер совершенно и досконало. Своих сколько тебе лет? Почти 11. Почти 11 лет. 2 минуты! Все, 2 минуты есть. Все, ребята, сейчас оглашаем результат. Майя, оглашай результат. Во втором раунде у нас первая Катя. 120 секунд. 220 секунд. 120. 60 и 60. Ага, а сколько у нас у Надежды? 117. Ага, чуть-чуть. Ну ладно. Ладушки, тогда теперь определяется четверка, которая по кругу определит, кто будет чемпион. Две самые слабые особы отпадают. Кто у нас там отпадает? Я. Мама у нас отошла. Кто еще второй? Анечка, да? Майя, наверное. Майя отпадает. И Майя отпадает. Все. Теперь У нас сейчас Эдуард, Аня, Надя и Катя. Хорошо, теперь значит так, первое, кто первое место? Катя первая, единичку напиши ниже. Катя, единичка, первая. Нет, вот там под эту, еще ниже, там где ты уже на новое начала, да? Угу. Ниже. Вот Катя, вот здесь, единичку пиши. Единичка. Катя, двоечка кто? Двоечка Надя. У нас Надя. Надя. Так, троечка у меня, наверное, да? Троечка будет у тебя. И четверочка. Надя, все. Теперь кто самый маленький, значит, 4 раза. Каждому по одной сейчас попытки. Кто больше всех сделает, тот выиграл. Чемпионат мира. Нашего мира, семьи Волковых. Ура! Все, друзья, значит так. Первый начинаем. У нас... Надя, поехали. Почему Надя? Потому что она... не Надя, а Анечка, Аня. Знаете, я своих детей еще путаю, и очень часто их много, и по понятным причинам меня поймете, почему. Итак, Анна. До старту. До старту. Старт. Опа. Так. 2,5 секунды. Ну все, уже можно написать. Ну, написать надо, конечно, но этот заводник явно отходит на 4-е место. Потому что даже я больше сделаю. Теперь. Посмотрим. Кто. Я, наверное, да, сейчас? Да. То есть я на 3-м месте. Я буду сидеть на этом волшебном шаре. 10 минут. Нет, я не знаю, честно говоря. Там мне видно, да? Да. Ну все. Старт.
Надо было на нее лечь. Я так думал, чтобы эту технику обработать. А потом все-таки подумал, ладно, бог с ним. В процессе как-нибудь я обволоку этот мячик собой, своими 100 килограммами. Это будет самая длительная медитация в мире. Ой, вы знаете, как это тяжело? Я уже весь красный, уши у меня горят. Я уже, наверное, закончил. Нагрузки требуют, конечно, колоссально. Итак, кто у нас следующий чемпион? Или Надя? Надежда? Надя. Надежда, прошу. Ты сам лучше я. Что, ничья, что ли? Не может у нас быть ничего. Готовы? До старту. Старт. 6 секунд. До старту. Ну, без разговора вообще. Все ясно. Хотя, может, еще. Если какой-то злой колдун пройдет мимо нее, мама, налей мне чуть-чуть вермута. Колдуна работа, да? Хорошо. Котяк, держись. Злой колдун. Полезу через в котле. Да что-то у нас такое непонятное. Делается. Сейчас родное. Этой камерой страшно, что творится. Ну ладно. И что, Маюша, у нас? У нас пока только минута. Екатерина, желаю тебе как мастеру чемпионства. Но с другой стороны, нос не поднимай сильно. Потому что, знаешь, как это бывает? Начнешь гордиться, что ты самая лучшая, потом на ногах будешь скакать, потом на одной ножке на этой пилке, потом по всей комнате, по потолкам начнешь ходить. Знаешь, как это будет? А еще на голове. Ну, и на голове придет к этому все время. Это кунг-фу, так называемое. Вот. Потом на руках, ручки давно, слабенькие у всех. А я каждый день делаю, но... Значит, помпки на столе. Да, отжимается каждый день. На столе пока еще. Ну, что же делаешь? Сколько? Ну, что? 2 минуты. Так что уже... Победитель есть, да? Да. Ну все, приветствуем нашу нового победителя. У нас чемпион мира Катя Волков. Как мы снова? Да. Другого... 150 секунд. Уже. Так что, друзья, понимаете, да, вот у нас уже прошел чемпионат, и победитель у нас... Катя! Катя Волкова, да, вот где она там у нас, Катерина. Вторая папа, я видел. Второе, огласите, пожалуйста. Эдуард! Я! Второй я был. Третья Надя! Третья Надя у нас. Так, вот она, Надя третья, есть. Сейчас мы будем считать среднюю всех участников, ну это через некоторое время. Мы сейчас среднюю посчитаем. Мы Катю так дисквалифицировали на раунд специально, так чтобы она не слишком там за это самое. Поэтому я еще так умею. Сейчас посмотрим, как умеет еще. Вот так вот Катерина умеет. А скакать на этом умеешь? Да скакать до двери можешь? Да. Сейчас до двери доскакивает, вот. И когда я себя, ну, я больше турлямся. Но. Я уже не помню, как это делается. Ну, в общем, мастер тренируется. Этот мячик тоже является очень хорошей штукой.
Мама, может, нам покажет, как мы, она спиной может лечь на этот мяч? Как это старые кости турлять? Да. Покажи. Так. Хотя ты мне поможешь. Стань там. Тут. Так, стань так, чтобы камера вот эта самая, ты режиссер, ёб твою мать. Ну, то так. Извините за выражение. Слов хотя, нет. Стой ту, ту стань, ту. И ты это раз не зарянца возьмешь, окей? Так, смотрите, чтобы она там себе голову не разбила, ну, мамуся. Тихо. Итак, мамуся показывает. Добре, начнемо з Сталіна. Ні, давай, давай, давай. Сталіна Гоги, добре. Ой, такий номер. Майя, давай. А потім можемо собі зробити. Давай. Так, смотри. Давай, 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 це саме. Поможь, помоги мамі, вона покаже якийсь інтересний трюк. Так, стань. Так, зроби так, опять там стань. Як на шиловні. Опять там стань. Дорота Волков. Успокойся мені. Человек, два уха. Там. Боже, жопа еще к камере повернись. Ну? Боже, не заставляй меня говорить вдруг плохие тихо, слова. Тихо, Бонч. Супруга, ты вермута перепила. Смотрите, успокойся. Вермута набилась и на голову становится. О боже, о боже, о боже, о боже. Внимание. Трюк. Ты уже мне на бок не звонила. Так, смотри, чтобы она в бок не упала. О, есть. Спасибо, Майя. А теперь покатайся по этой пилочке. Покажи, как прыгать можно. Так, о. О. Так. Это старший раз, Майя. Да больше, что ты учишь это. Так, застрял у нас циркач. Все, теперь поднимаем всеми силами маму. Чтобы камеру не свалить. Все. Удалось. Вот так вот. Ну все, друзья, вот так вот. Видите, как у нас чемпионат прошел. Я думаю, что вы тоже можете себе устраивать такие чемпионатики даже в своих маленьких семьях. У нас большая такая огромная семья. И мы там разные. Даже чемпионат по тому, кто больше всего воздух поддерживает в себе. То есть это тоже хорошая вещь. То есть можно в этом отношении легкие тренировать. А я хотела на бассейн. Вот у нас. Ну теперь я уже знаю, что лучше не брать за много воздуха, потому что у тебя это будет активно, так тесно. Ну вот, Катерина делится бассейнами, своими переживаниями по воздуху. Ну, в общем, как-то так. Можно очень много. Надежда еще что-то хочет сказать на русском языке. И еще можно присядать, кто может больше сделать. Кто больше присядов может сделать. Это чемпионат, мы потом в следующий раз вам покажем, как мы, кто больше присядов делает. Представляете? Это будет вообще. Вот сейчас у нас Катя показывает у нас свои чемпионские навыки. Ножки у всех сильные, но правда, а ручки слабые. Ну ладно, поэтому будет, в том числе у меня. Поэтому мы будем тренироваться. Ну все, друзья. Все, я с вами прощаюсь. Мы с вами прощаемся. Сейчас вот, где у нас? Вот здесь все. Здесь еще. Ой, мы куда-то не туда зашли. Но это не важно. Вот, а мы пока готовим здесь разные там оливье и все такие штуки на завтра. Картошечка с мяском и все такое. Салатики. Вот. А сейчас мы с вами прощаемся. Все. Пока-пока-пока. Пока, мои хорошие. Вот у нас мама еще тут вот пришла. Маша, это, наверное, мне помахала. Папа, мамуся, папа. Ну все, друзья, всего, всем вам благ.